Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру по названием Borderlands 2. Торг начинает Месилова. Окей, как вы помните, мы прибыли в данную локацию, вообще в DLC. Мы нашли себе спонсор, но он оказался каким-то говнюком. Сделал вид, что мы типа уфу-фу, сыкло, все такое. И мы ищем теперь нового. И мы... О, так это крошка Тина. Да, крошка Тина. Крошка Тина, крошка Тина, крошка, крошка Тина. Так. Чё-то немного не пойму. Чё-то я немного не пойму, куда мне идти. Так, кстати, тут был проход. Окей. Так, я в ступоре немного. Куда мне ехать? Все, я увидел. Я увидел. Так, машинку оставляем. Какой-то миниатюрный городок. Смотришь, реально такой миниатюрный. Как здесь какие-то гномы живут. Так, сюда забраться можно. Блин, когда выйдет третья часть? А, невидимые стены, найс. Вот единственное, что мне нравится, это невидимые стены в играх. Так, пистон. Комар. Вот она, мамочка. Пирапит. Искатель хранилища. А, так я уже на 5-м месте, нихера себе. А был на 50-м. Механик в трико. Маньяк. Поджигатель, байкер Майк, безбашный завр какой-то. Окей, добраться до мордобой. Походу это какой-то город. Сразу смотрим. Ну, по миникарте можно увидеть, что это крупный город. Так, ладно, давайте тут. О, граната. О, внешность. Блин, я бы голову купил, слушайте. Я бы купил голову. Здесь живет безбашенный номер 4. Его зовут Пирапит. И вчера он совершенно случайно совпадение похитил одного из независимых спонсоров. Тебе нужно убить его и подготовить топоры с ним. Ну не совсем в этом порядка. Вот это дикое создание какое-то. Что-то я как-то... Перестал метко стрелять. Так, там кислотный челик. Минус. Голову. Вот он. Вот он. Вот у меня выход просто, ребят. Изи выход. Все сразу отлетает. И в игре мне Borderlands не нравится вещь, то что враги сразу понимают,
Где я нахожусь? Хотя они меня даже не видят. Двадцать ка в голову. О, как сладенько. Во-во-во-во. Эпизодная часть разорвался. Ой, блядь. А чё он такой быстрый? А, так они еще и суицидники. Тогда все ясно. Знаешь, этот трусливый искатель хранил был меня как родной ребенок и установил для него бои. Учил драться. Но когда дело подошло до дела, искатель просто сбежал. Фу. А еще герой. Даже несмотря на трусливость, ты оставишь безбашенный номер 5 в рейтинге. Торга. А пистолет так. Нужно продолжать убивать, чтобы пробиться до списки, а также ты сможешь собрать героизм в кулак и ударить им пистоно. По лицу. Да, пистоно мы сейчас приложим сразу. О, стоять. Нужно, блин. Пистолет уже не очень активный против врагов. Так, ладно, погнали на балкон. Если мне аж показывают, что... Вот, смотри, тут балкон есть. О, не зря я сюда полез. Урон. Херням. Херням. Окей. Так, что далее? Че, погнали по крышам. Ах, денежка. Так, еще хороший сундук. Смотрите, он намного лучше, чем мой. Ну ладно, такое. Так, а что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно спуститься. Так, чтобы меня не сожрали. О. Привет. Денежки. О-хо-хо! Да это трусишка! Ты сгоришь, 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 сгоришь. Искра, огня и пламя в небесах. Ну, поговорим. Погуляем, поплаем. Поговорим, поговорим. Ты убьешь пиропита, если сначала тебе нужно узнать, где он спрятал похищенные спонсоры, иначе ты не сможешь подняться в рейтинге. Что-то изи. Ладно, делаем таким образом. Ну, смотрите, в принципе, турель они убивают. Автопушка режет по-живому. Надо плюс 4К, если у меня активно турелька. Изи прокрались. Просто как нихер делать к ним. Так, мне нужно понять, где это магазин стоять. Все, что серым, должно быть открыто у меня. Добро пожаловать в портативную клинику доктора Зеда. Чем я могу помочь? Так, давайте я сначала продам. В принципе, все продам.
Так. Постарайся не умереть. Теперь по патронам мне нужно на снайперку. И можем отправляться. Ох, просто божественный сундук. Это херня, херня. Окей. Нулевая ценность. Если он типа... Я вас понял, ребят. Ну, поехали далее. Пойдем по левой стороне. Зря, да? Окей, пойдем по правой стороне. Турель. Да это трусишка. Ох, я говорю изучать. Ты ищешь спонсора, да? Ты нужно спонсор, да? У меня есть спонсор, но. Так, главное, чтобы мне этот смерть не было. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вы типа, конечно, молодцы, я понимаю это все. Откуда? А где урон в голову? Ладно, пистолет. Ну блин, ну смотрите, пистолет уже не очень. Да, ёлки-палки. Как вы бесите. Так локация сложная. Потому что я хиленький. У меня много урона наносят. Так, поехали. Бар Пиро-Пиро. Не, я думал, тут чисто машины, оказывается, нет. Оказывается, здесь не чисто машины. Приветствую тебя в моем магазинчике. Приготовься к схватке пива и взлому красиво, потому что произошло время постановки в баре. Мордовой. Надери этим... Так, и останется в живых. Потасовка в баре. Окей, хорошо. Мне еще вот это нужно будет прокачать. Позволит бросать гранату во время борьбы за жизнь. Пять минут выдержки. Добраться в точку, бейте без башни. А, подожди, так мне нужно просто
продержаться, так я просто здесь постою. Сейчас сделаем вот так. Чёртовы бандиты! Где еще? Если мне нужно просто прожить, то это легко. Эй, я думаю, что такое? Где мои эти вещи? Эти придурки мне вещи воруют. Где еще стреляет? А, то есть мне за это время нужно было просто очистить бар. А, ну тогда все норм. Тогда я все сделал как надо. Да, пистолет какой-то стал хилым. Не работоспособный, так сказать. Пистолетик. Так, тут еще вниз куда-то можно поехать. В баре. Так, все больше тут ничего, да, не валяется. Бар. Хочешь жить? Раскошеливайся. Хочу жить. Хочу. Так. Имка щита. Максимум уровень здоровья. Граната. Не нужны щиты. Идиотское заведение пиропедра выполнено. Теперь готовься с ним, и он, скорее всего, скажет, что готов отдать он потом тебе и постараюсь убить. Тебе придется убить его, и это будет просто потрясающе. Хочешь что-нибудь добавить, Пит? Нет. Ты все изложил точно. Спасибо за это. Не благодари. Приготовься к схватке с пива и влом. Красиво, потому что произошло время подтолсовки в баре мордобой, надеюсь, за этой мордикой и... Битва 2. Ну смотрите, в принципе, деньги у меня есть. Патроны мне дают. А, то есть просто заново одно и то же. Получается просто одно и то же, да? Так, тихо. Давай, зачистку нужно выполнять. Всем быть начеку, ребята! Да, я вижу жетоны, которые выпадают. Ой.
Ну, здесь хотя бы что-то на халяву дают. Выходи вперед! У меня на всех хватит. Так, а что мне понимаю? Я не понимаю, что мне делать просто. В таких локациях. Просто выживать и все, да? Так, ну все получается. Здесь в задании, наверное, тут будет... Это просто... Защита отбивания, я не знаю, как это назвать. Третья битва. Какого уровня? Ни хрена себе, 50-го? Да, нужно было не брать. Уровни противников очень высокие. Эти противники намного сильнее тебя. За них ты получишь больше опыта, но и убить их куда труднее. И вот еще что, если увидишь врага, у которого не было себе изображения, беги, слуга, беги! Мне просто здесь можно простоять, если что. Бейте безбашенных завсегдаев бара. Ну я просто понимаю то, что я их не убью. Я лучше провалю данную миссию, чем по... Блять. Ну вы видите сами, алло. А я не убью их. Они слишком сложны для меня. Не, пускай лучше провалится миссия. Я хочу вниз спуститься на лифте. Просто одно попадание. Просто одно попадание. Понадь. Да, это рано еще. Это пиздец, как рано. Почему я не спустился вниз? Так, мне, короче, нужно что сделать? Это все дело просрать. Потом. Жетончик. Урон, меткость. Так, здесь... По сюжету. Ну, блин, ну это очень сложно, алло. Так, я хочу сюда поехать. Пускай там сражаются, дерутся, а мы поехали. О, я думаю, пока еще по спонсору в баре найдешь ее. Это не ловушка. Да. А, то есть мне все равно сюда нужно было, тю. Давайте я подожду, пока у меня это активное возобновится. Хотя у меня гранаты есть. Итак, дорогие зрители, мы начинаем. Пирапит против... Готовьтесь, сейчас я зажгу. О нет, это была ловушка. Все.
убийственно! Пит мертв. Эта девочка, спонсор должен быть где-то неподалеку. Найди. Найти его. Так, ладно, червячков сейчас убьем. О, я его вижу. А, не. Показалось. Показалось. Так, тут что-то есть. Тут боезапасы. Боеприпасы, боезапасы. Офу, блин, я думал, сейчас меня еще раздавит. Найс, будет. Не, ну... А это было легко. 50 уровень я не вытащу. Я просто его не вытащу. Ну, вы видели просто с одного попадания, сколько наносил. Алло. О чем вообще может идти речь? Смрадная канализация. Так, два этих. Ух ты. Ух ты. Так, граната, интересно. Ну-ка, стоять. Так, ну у меня, смотрите, в принципе, хорошая граната, потому что она притягивает. Это гиперионский, да? Притягивает врагов. И взрывается. Так, здесь у нас гиперионский тоже притягивает и взрывается. Но задержка побольше, но урона тоже больше. Давайте. Потом нам выпала снайперка. Ну там урон. Короче, больше 2900 должно быть. И представляю вам дикого красавчика самого... Так, вышел спонсор на всей Пандоре безумие Мокси. Пипец, сиськи прыгают. Безумную Мокси. Красотка убивает. Красота убивает. Давно не виделись. Спасибо за спасение, лапочка. Значит, ты хочешь получить что-то, лежит в хранилище. Ну, а так и сначала соскучилась. Вообще, по кровавой бойне. Что хочу во время этих стало получить колизей Зорга. Я думаю, нам стоит... Так, это пользу возвращаться в главный... Так. Окей. Ну, миссия провалена, это... Которая сразу отправится у нас в... Сюда? Проигнорированный мордобой. Не пейте во время... Тихо, я хочу вернуться, тихо. Не, я просто не видел, что там еще какое-то появилось. А, мне аж не вернуться, да, теперь так. Ну, 30 уровня, типа, не пейте во время битвы. Сейчас я туда попытаюсь вернуться, подождите. Это я сейчас через черный выход, да, выйду где-то. А я ж в канализации стоять. Значит, у тебя появились другой спонсор. Очень мило, малыш, но позволь кое-что тебе объяснить. Тебе ты все еще безбашенный наемник. И место мозга у тебя в районе... Макро... Так, окей. Кого я только что заметил? Ладно, никого, показалось. Показалось. Так, тут тупик. Ворота открылись. Теперь я понял. Не, давайте я все-таки вернусь.
Пускай там моя турелька разбирается. Я хочу сюда зайти и... Взять миссию, которая появилась. Если она легенькая, выполним сейчас. А что значит не пить? А, мордобой. Не пейте во время стрельбы. Как не пить? А как пить? Не пейте во время битвы. А как тут пить? Допустим, я хочу попить. Как мне это провернуть? Ты заплатишь за это! Походу никак, да? А, погнали отсюда тогда. Не вижу смысла. Выйдем, короче, с этого города. Я возьму еще доп. Миссии, посмотрим, что там. Ну, именно на доске объявления. Так, они ж... Так, у меня еще участок закрытый. Поставлю туда меточку. Если вдруг что, если вдруг что. Дома я закрою рот. Так, мордобой... Ой, тихо. Мордобой имеется в виду, скорее всего, вот эта локация, а не там. Блин, что тогда я тупанул немного. Сейчас возьмем, скорее всего, там, где у нас закрыто, туда и нужно сбегать, чтобы напиться, либо типа того. Если да, тогда выполним в этой серии все сразу, чтобы уже в эту локацию не возвращаться. Плохие новости, пару недель назад в главном чану... Так, пивоварни Black Ball упал больной карлик. Отравлен нахрен его призыв. Убей из всех, у кого есть пиво, и верни назад все испорченные бутылки. Так. Блять. Возвращайтесь к истокам. Серьезно, да? То есть... Оттуда, обратно туда. Классно. Ну ладно. Почему бы нет? Так, главное, что вот эти мне сейчас... Хотя у меня... Ой-ой-ой-ой, все. Валим. Мне не интересно, с ними драться. Мы просто бежим в хату, залетаем, убиваем 21 врага с помощью дробовика. И все о. Как это сейчас происходит? Забегаем. Кидаем гранату. Ладно, не граната. Раз, один потерял пиво, второй потерял пиво. Сейчас. Ой, смотрите, сколько пива уже валяется. Просто сразу. Сейчас выходим сюда, здесь еще. Все.
Выполнено. Понимаете, просто очень быстро все делается. Мы все выполнили. Это сколько у нас заняло? Буквально 2 минуты. Забежали, немного побегали, и пф, они сами себя переубивали. Что мне остается, это изучить вот ту часть локации, которая типа закрыта. Это единственное, куда я сейчас могу сбегать, посмотреть, что там. И мне кажется, мы больше сюда не вернемся. Максимум это когда я по уровню поднимусь. Максимум это когда по уровню поднимемся. Так, и что у вас здесь, ребята? Здесь ничего. А, ну и все, да? Вау, 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 вау. Бам. Все, я понял. Я понял, сюда можно было не идти. Ну ладно, просто сбегали, посмотрели, что там, да и все. Сейчас дам миссию. Перейдем в next локацию и закончим серию. Так, 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 давай быстрей. Давай, давай, быстрей. Что я выберу? Конечно, снайперку. За нее больше дают. Ну что, давайте, в принципе, тогда на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.